кабаре, возникшее во Франции в XIX веке и вызвавшее в свое время негодование, сегодня стало своего рода ретро-жанром. Безусловно, пикантным, но при этом не лишенным эстетики. Талантливо сделанное шоу вызывает яркие эмоции и у настоящих поклонников, и у представителей профессионального сообщества. По тем временам это было очень эпатажно, но это и называлось кабаре, где можно было быть свободными. Это богема собиралась. Мне интересно вообще, как развивается жанр. Я здесь скорее с творческой миссией. Мне интересно вот с этим жанром познакомиться. Здесь собираются те люди, которые непосредственно из моей сферы, это шоу-бизнес, но и, наверное, это то место, где, на мой взгляд, одни из самых лучших и профессиональных артистов работают. Презентация новой программы «Кабаре Шоу Гёрлз» собрала известных представителей индустрии развлечений. Удивить коллег по шоу-бизнесу всегда непростая задача. Уровень, понимаете, не челябинский. Всегда на высоте костюмы, всегда хореография, очень четко музыка подобрана. Шоу «Гёрлз» выросло, и очень бы хотелось посмотреть за ней, за их успехами, тем более в рамках своей родной площадки. Хотелось бы какой-то феерии, чего-то необычного, как, в принципе, у них всегда самые лучшие номера, самые красивые костюмы. И девочки очень красивые. Номера с какой-то мыслью. Казалось бы, вроде бы просто красивые, но есть какая-то всегда мысль. Одни из немногих, кто чувствует тренд, чувствует там музыку, краски, моду. Поэтому я думаю, что будет что-то новое, что-то интересное. Шоу, которые представляются здесь из раза в раз, из года в год, они действительно на уровень выше, чем все, что представлено у нас. То есть порой даже поражаешься о том, что, не знаю, что-то показали в Европе, а у нас это уже было представлено. Ну, то есть не прямо точная копия, но хотя бы какие-то элементы, то есть все на уровне, все достаточно такие в тенденциях. Вообще до сегодняшнего дня программа была эксклюзивна, ее можно было посмотреть только в стенах кабаре Шоу Гёрлз. Это значит, что мы работаем по французской франшизе. И сейчас нам дали разрешение на то, чтобы эта программа могла гастролировать, выступать на разных площадках. Для нас это очень большой, приятный зеленый свет, где мы можем действительно порадовать аудиторию и на других площадках, в других ночных клубах, в других ресторанах, представить эту шоу-программу. Поэтому здесь сегодня ивентеры, эвент-менеджеры, банкетные менеджеры, продюсеры, ведущие, которые могут нас порекомендовать, либо представить нас на своих площадках. Это очень круто. Постановки высокого уровня создаются не только в мировых столицах, а достойные артисты и балетмейстеры есть и у нас. А все благодаря тому, что челябинская публика очень требовательная и искушенная. Но это делает работу в шоу еще более интересной.